Se mostrar pra ver a ponta e a verga aqui. Ah! Oh! Стереги тут. Не пускай никого. Не беспокойся, справлюсь. Yine sorry. Hoş geç kal. İmanlarım o mükana. Mis piernas! Mis piernas! Venga, muévete! No puedo! Mis piernas no responden! ¿Hemos activado algo? No
Nuestro deber es quedarnos con Torres. ¿Dónde vais? ¡Ese viejo conseguirá que nos maten a todos! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¿Un hombre muerto? ¡Tú! ¡Detente! ¡Alto! Está a tiro. Amigo mío, tengo en mi línea de tiro. Listo para disparar. ¡Socorro! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Te encuentras bien? ¡Con cuidado! Malditos
месте, Эдвард, могли бы захватить власть в свои руки, поставить жалкие империи на... Эстрагору намокла. У тебя такой потенциал. Ты можешь многого добиться. Я мог бы показать тебе тайны, о которых ты не мог даже мечтать. Арцесарту деба. Так, наши Никиту на газа выйдет, я хочу. Во имя. Эхларга уша. Айчеми. Карги. На смену разуму приходит смерть. Ага, было гауки этот. Капитан Кенвей, моя вечная заноза. Рад, что убьешь меня. Я лишь выполняю работу, Торрес. Как и ты в свое время. Как и все мы, боюсь. У тебя нет ни семьи, ни друзей, ни будущего. Ты потерял куда больше нас. Возможно. Но убив тебя, я исправлю ошибки куда серьезнее. Ты правда в это веришь? Дай тебе волю, и ты загонишь человечество в уютную тюрьму, пусть безопасную, но лишенную духа и безгранично унылую. Так что, столько повидав и узнав за последние годы, я поверю в это. Ты тверд в убеждениях. Тебе к лицу. Торрес пробудил нечто буйное. Что нам грозит? Устройство вернули, значит ничего. Как это место зовется? Плащ капитана Кенвея. Хетсавол тесу пекела. Кавенен. Закроем все и уничтожим ключ. До следующего мудреца эти двери не откроются. В последний раз здесь были фиалы. С кровью древних людей, как сказал Робертс, но... их больше нет. Тогда нам придется их вернуть, пока тамплиеры не прознали об этом. Можете пойти с нами. Да, но... когда исправлю то, что разрушил дома... Недавно пришло. Мы ведходи Кадасаревицкий. Просыпайся. Кажется, мы до сих пор еще толком не знакомы. В этой эре точно. Хотел бы я объяснить все странности, но времени нет. В общем, теперь ты знаешь Юнону. Я даже думал, что она сумеет завладеть твоим хлипким тельцем. Но что-то случилось. И она
снова там, в плену. Ох, она некогда была великой. Из расы прекрасных, дивных созданий. Они создали вас. Ты в курсе? Люди были для них орудием. Только и всего. И станут снова. Надеюсь, скоро. Ведь мир почти готов к ее возвращению. Он ждет. Ждет второго пришествия. О-о-о. Они идут. Тамплиеры. Или в этот раз ассасины. Идиоты. Все они. Завидую. Она хотела, чтобы тут был я. Это ее эксперимент позволил мне возродиться в виде этой твари. Лежать! Лечь на спину! Это живо! Он вооружен! Направь меня, любимая! Я твое оружие! Опусти оружие! Бросай! Брось оружие! Все, отбой! Он там жив? Тяжело ранен. А заложник? Эй, как ты? Слышишь меня? Ау, отвечай! Ты как? Здравствуйте, вы. Включаем хоть и кликнем еще раз. Ну, наконец. Слава богу. На первый взгляд, все хорошо. Можешь стоять? Так, а теперь походи. Доктор заходил. Сказал, беспокоиться не о чем. И что доза в шприце была существенно ниже смертельной. Дорога Микитисова. Я себе места не нахожу. Кошмар. Все улики указывали на тебя, а оказалось, это был Джон. Что мы нашли в его компьютере? У тебя будет все, что нужно. Я тобой так горжусь. Правда. О-о. Да, кстати, видеоролик готов. Посмотришь? Имеешь право. Вот так. Загрузила в твою базу. Можно смотреть здесь или в анимусе. Он классный. Здесь точно передан дух той эпохи. Ну, удачи. И еще раз спасибо. В мире, где пираты правят морями, они узнают, что нет ничего святого, и все предаются пьянству, грабежам и разврату. Ола, леди! Этим летом Abstergo Entertainment предлагает незабываемое приключение. Точите сабли, полируйте крюки. И в море с карибскими дьяволами. У данного продукта еще нет рейтинга. Так, господи, лерес эсту на пунте. Блокбастера от Abstergo. Рад са интересу. Спойлери гачитес. Kaj, cały dym jebo. Rokuje się jak indama być tutaj. No kaj, chyba robić chyba. Cały dym jak dym. И что теперь? Говори, идиот, смотри на свет. Это не батарейка? По-моему, батарейка. Прием. Прием. А, прошу прощения. Меня зовут Шон. За мной Ребекка, моя сообщница. Привет. Хорошая работа. Правда, я серьезно. Мы получили все данные. Очень жаль, что наш человек оказался... Даже слов не подобрать. Фанатиком, наверное, иначе не скажешь. Выбора у нас нет. Именно, именно так. Мы хотели через Джона добраться до облачных серверов Abstergo и, не побоюсь признать, использовать его.
Конечно, мы не знали, что он решил использовать тебя и свалить на тебя вину в случае чего. Пожалуй, в конце концов, все получилось как надо. Ну, почти все. Шон хочет сказать, что если ты можешь взломать что-то еще, мы за. Перед смертью Джон дал тебе третий уровень доступа. Используй его. Ассасина нет тамплиеры. Заплатить мы тебе не сможем. Но найдем, чем компенсировать. Так, пора закругляться, Бекки. 20 секунд. А, да. Удачи. Счастливо. Мы прекрасно поработали вместе, друг. И удачных взломов. Так, ესე ის ტიპი იყო, ვინც მე ლაპარაკებოდა, ხო, რომ გააფრინე ახლა იმ. და შპრიცი რომ გამარჯვა. Საინტერესოა. Да. Გატეხვით რაღა უნდა გავტვიხო მაგის ზედა ცოტა. Да, вчера мы красоты хи. Вот я бы еще сейчас... А, ну все еще взрыв. О, чем и резиденция. Ну, как вам эти места? Нам подойдет. Но теперь нам всем придется разделиться. И жить среди людей, которых защищаем, как завещал нам Альтаир ибн Лаахат. Что ж, а до тех пор, будьте как дома. Эдвард, капитан Роджерс оправился от ран. Он вернулся в Англию с позором и долгами. Но он опасен. Я покончу с ним, когда вернусь. Даю слово. Привет, Энн. Эдвард? Я отправляюсь в Лондон через пару месяцев. И буду счастлив взять тебя туда. Ирландке не стоит соваться в Англию. Ирландия. Останешься у ассасинов? Нет, у меня вряд ли достанет на это веры. А ты? Со временем, да. Когда ум успокоится и кровь остынет. Вижу корабль! Заходит в бухту! Ты хороший человек. А научишься сидеть на одном месте дольше недели? Станешь добрым отцом. Да, моглит. Of all the money that I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, it was to none but me. Hey, you shouldn't say well on the one. And all I've done for want of a wit to memory now I can't recall. So felt me the parting glass. Good night, and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going
And all the sweethearts ну, тут, там, that ever I've loved, they'd wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should write and you should, I'll gently write and softly call good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all. А вот, собственно, вот дом Торда. Я говорит, мне добрый Боба. Да, он тоже. Отец, очень... а ты всегда умел управлять лодкой? Галка, это корабль, Дженни. А не лодка. Но ты всегда умел? Нет. Нет, я научился, покинув Бристоль. Уйдя от мамы? Я от нее не ушел. Не ушел, не попрощавшись, точнее. Мы договорились, понимаешь, мы с твоей мамой. Она сказала, ушел. Сказала, ты мечтал плавать на лодке и добыть много денег в новом свете. Да, я всегда хотел плавать на корабле. Но не ради себя, чтоб помочь нам, заботиться о ней и о тебе. Не-а. Мама сказала, ты обо мне не знал. Ты писал всего раз в год, и она не знала, как тебя найти. Это правда, и мне очень жаль. Знал бы я раньше, не знаю. Может, вернулся бы. Надеюсь, что да. Ну... ты был занят, я так думаю. Да, был, но это было бы неважно. Можно порулить лодкой? Лодкой? Я не вижу лодки. А ты? Я про корабль же. Все равно не вижу разницы. А, это очень просто, Дженни. Лодка может быть на борту корабля, а наоборот нет. Ну, тогда что угодно это корабль, кроме моей игрушечной лодки, с которой я купаюсь. Оригинальный взгляд. Дженни, тебе трудно говорить о Кэролайн, о маме. Нет, она умерла давно. Я скучаю, но не плачу. Она мучилась? Не знаю. Не думаю. Она была очень счастлива, потом не очень. Потом я ее почти не видела. И она умерла. Мне... мне жаль. Жаль, что меня не было рядом. Ничего. Теперь ты тут. И мы путешествуем. Надеюсь, недолго. Хватит уже с меня похождений. А мы увидим кита? Да, почти наверняка. А как насчет пиратов? Я увижу пиратов? Нет. Не думаю, что это возможно. О, вот жалость. Я бы очень хотела посмотреть. Знаешь что, Дженни? Как только ветер стихнет... я дам тебе порулить галкой. Научу кое-чему еще до заката. Ура! О, а где вы сейчас под скалу? Ох, где взял дебовый галгал и герах дебовый? Мисс Дженнифер Кэнуэй, позвольте представиться. Дженнифер Скотт, пожалуйста. Простите, я... моя дочь,
жила со своей матерью Кэролайн, которая умерла несколько лет назад. Дженнифер предпочитает ее фамилию. А, прошу прощения. Я прощу. А вот она... Отец, помоги! Этот шалопай, впрочем, Кенвей. В чем дело, Хейтем? Мне сцену не видно. Иди сюда. Лучше? Да. А ну, а руки Хейтем, не устанут? Эй, я еще не так стар. Сами дангам, лучше, да. А если устанут? Мы просто уйдем отсюда и пойдем с мамой пить горячий шоколад. По рукам? По рукам. Ладно, тише. А кто мама? Так, мертвый чем? Рамды не рады, би мухтарих получат. Может, хоть на сутище. А если я буду только набирать саполо и сихом, аккорды. Гарги, ты мне говори, куда гем шли до битца. Гарги, он занды будет, но младше под рамды, спагал бы пшеше, кто битер тванец, да спатанаши пшеше. Гарги, он занды будет, нахантись.